Всем привет, ребята! С вами снова я, Эдгарплей. Сегодня мы продолжаем наше прохождение карты под названием One Heart Survival 2 от подписчиков как раз. Это значит одно ХП, вторая часть. Давайте, как помните, мы остановились на паркуре. Давайте прыгнем сюда. И надеюсь, я допрыгну. Но не допрыгнул. Как вам сказать? Я не знаю, как там делать. Так. И куда дальше? А так я прошел. Блин, я не туда пошел, ребят. Вот сюда нам надо. Да, вот сюда. Я помню уже. Так, не получили вообще урона. Прыгнули. Так. Видели, как я успел. Последний прыжок есть. Ставим тут спаунпоинт, чтобы если мы проиграли. Ребят, знаете, почему тут нету командных блоков? Потому что карта сделана на 0.41. Я почти допрыгнул. Прыгнул. Ой. Да, спаунпоинт. Очень круто, ребят. Вообще. Я скоро тоже сделаю карту. И скину его на сайт под названием 0.5. И как сюда пройти? Я не понимаю вообще. Походу нужно было куда-то вот сюда прыгнуть. А, так тут паутина. Нет, тут защитить надо, потому что я не понимаю, как там вообще допрыгнуть. Вообще там возможно допрыгнуть, я не знаю. Ой, а тут чекпоинт нельзя уже ставить, как бы там сказать. Гейми моди 0. Ну как бы вам сказать, без спаунпоинтов, там написано было в начале, что ставьте спаунпоинты, если прошли уровень. По-английски, кстати, написано. Я уже знаю, что делать. Нет, значит, туда нам не надо. Так. О! Да, сюда там нам тоже не надо. И куда нам? А, паутинку, наверное, надо прыгнуть, да. Паутинку как раз я прыгнул очень хорошо. Ребята, это вообще как-то возможно туда допрыгнуть? Вообще как-то возможно пройти? Не, походу тут тоже нужно гейми-моди 1. Трудно, трудно, ребят, очень трудно. Я, кстати, эту карту как раз скину на сайт, который буду в описании оставлю. На голову, куда там надо, а? Я не поставил спаунпоинт.
Ай, как я забыл про спаун пункт поставить там. Так, куда нам надо? Вот. Вот мы тут уже прошли. Дырку сюда прям. И тут ставим спаун пункт. Гейм вот ноль. Гейм моде ноль. Все. Куда нам надо там? Куда нам дальше? На голову надо прыгнуть. Давайте умрем, зачем нам вообще все это? Подразделение, так, на голову. Чё? Все, нормасик. Прям очень хорошо все. И куда нам дальше? Так вот так.